программе «Давай поженимся» очень часто случаются жесткие моменты. И сейчас мы их с вами увидим. 43-летняя Лилия раскрыла свою семейную тайну. Урна с прахом ее мужа хранится у нее дома, на комоде. Это шокировало ведущих, и Лилия пообещала Гузеевой захоронить прах своего мужа. 46-летняя Наталья вызвала бурю гнева у Сибитовой. Роза назвала себя рукой Господней и предрекла героине скорую расплату. В свою очередь Наталья назвала ее хабалкой. Скандал случился из-за сложной истории невесты. Наталья нелегальным образом клонировала своего умершего сына. Жаркие споры не утихали до конца передачи. К милой девушке Анастасии пришел Человек-кот. Больше всего удивило ведущих невесту, да и всех присутствующих в студии, не внешний вид молодого человека, а его сюрприз. Кот сделал пирсинг ничего не подозревающей девушке. На такой эксперимент она была не готова. Хитрый дед решил обмануть всех. Во время сюрприза он с легкостью тягал тяжеленную штангу. Это произвело впечатление на всех зрителей студии. Не каждый человек в 71 год может похвастаться такой физической силой. Но Гузеева с легкостью раскрыла обман. Штанга оказалась не настоящей. Очень жесткий сюрприз ожидал ничего не подозревающего 44-летнего Олега. Косметолог Светлана провела уходовую процедуру, но вместо расслабляющего массажа или питательной масочки она удалила волосы из носа и ушей героя. Во время процедуры невеста использовала цветные карандаши. Гузеевой стало плохо, и она выбежала из студии. А Сибитова даже сделала фото с женихом. Здорово, что у Олега очень хорошее чувство юмора. Он не только спокойно перенес эту процедуру, но и выбрал Светлану в конце программы. На одну из передач пришла 22-летняя Екатерина. Невеста ни от кого не стала скрывать, что находится в интересном положении. И уже через 3 месяца станет мамой. Вот это жесть! Программа «Давай поженимся» создана соединять одинокие сердца. Поэтому скандалы и драки происходят очень редко. Небольшая стычка между Кариной Барби и Олесей Малибу запомнилась телезрителям надолго. Хорошо, что красотки не покалечили друг друга. Выпуск с 51-летним Юрием поверг ведущих в шок. Герой программы на всю страну исповедался в своих грехах. От его признаний всем стало жутко. Но это еще не все. Юрий пришел в сопровождении молодой девушки, Анастасии. Девушка находилась в глубокой депрессии. И что с ней вытворял? Юрий, даже Гузеева, испугалась предположить. Ведущая программы вырвала Анастасию из рук Юрия. Ведущие на передаче никогда серьезно не ругаются. Но во время съемки программы с 27-летней Зилей Гузеева выгнала Сибитову из студии. Правда, совсем скоро Роза вернулась на свое место, и съемка передачи продолжилась. А к 47-летнему Сергею пришла его беременная невеста. Мужчина все отрицал, но Гузеева вывела его на чистую воду. Отличился и друг Сергея, Валерий. Увидев свою бывшую, он не смог сдержать эмоций, жаркие споры не утихали до последних минут передачи.